Солдат срочной службы повесился на собственном ремне в Таразе. Трагедия произошла в воинской части 55-13. Тело 20-летнего рядового Батырхана Болата обнаружили сослуживцы. Погибший был одним из лучших солдатов воинской части. Его фото висит на доске почета. Коллеги говорят, что он был веселым, общительным, принимал активное участие во всех мероприятиях. На срочную службу Батырхан был призван в декабре прошлого года. Через несколько месяцев парень должен был уволиться в запас. Военнослужащие говорят, что в его поведении не замечали ничего странного, и предпосылок к самоубийству никаких не было. Тело погибшего отправили на родину, в город Хромтау, Актюбинской области. Похороны солдата пройдут завтра. Прибыл его родной дядя. Вот при нем было осмотрено его тело, никаких телесных повреждений выявлено не было. Зарегистрированы материалы в едином реестре досудебных расследований. Вот, возбуждено уголовное дело. Главным командованием Национальной гвардии назначено служебное расследование. В настоящее время проводятся доследственные проверки. Я хотел бы от имени регионального командования МУНСТУК Национальной гвардии выразить соболезнования родным, близким, родителям рядового Болата.